Очень многие снимают свои ролики и продачи. Вот. Я их посмотрел да, великое множество, но никто не снимает про то, как у людей растет айва. Вот, ребят, вот такая вот айва у меня растет. Куплена она была в магазине Оби. Цвела она великолепно. А теперь посмотрим на плоды. Так, вот посмотрите, какие плоды тут растут. Вот их достаточно много. Ни хрена я за ней не ухаживал. Просто ну, полив был и все. То есть, как купил, так и, соответственно, я ее и прикопал. Стоит она у меня несколько лет. Цветет, повторюсь, красиво. Единственное, что пришлось подвязать ее, потому что она довольно-таки раскидистая, и во все стороны как бы лезет. Вот она вот со всех сторон. Вот эта вот айва у меня растет. Так что покупки в таких магазинах, как Оби, иногда дают свои плоды. Ничего сказать не могу. Вот такая вот айва. Но единственное, что я не знаю, что готовят из айвы. Вот поэтому, если вы в комментариях напишите какие-то рецепты, что можно из нее сделать, я буду вам очень сильно признателен. Вот еще раз давайте посмотрим на плоды. Вот они вот такие вот у меня. Вон-то есть маленькие вон плоды. Есть такие, а есть вон уже такие крупные довольно-таки. Так что, ребят, Подмосковье, район Шатуры, айва. И это круто. Спасибо за внимание.